заходи на канал «Моя десятка». Здесь тебя гарантированно ждет обзор всех самых удивительных, опасных и необъяснимых явлений этого мира. Каждую неделю узнавай новое о шокирующих теориях, неизвестных фактах и таинственных происшествиях. Подписывайся, не пожалеешь. Всем привет, с вами канал Math Science, и сегодня, ребят, такая вот штука. Я понимаю, что для некоторых подписчиков, которые с нами уже на протяжении года, это не новость, но там было видео снято в не совсем хорошем качестве и не совсем с разных ракурсов. И у меня вот случился такой форс-мажор, когда я купил вот такой вот арбуз, и он оказался не сладким. Естественно, я подумал, как бы можно его утилизировать. И сделаем мы это в своем стиле, с петардой TC-5B. Что бы хотелось добавить, ребят, обязательно напишите, что бы вы хотели добавить к этому видео, какие у вас есть идеи по поводу невкусных арбузов и их утилизации, а мы обязательно это все оформим. И да, предварительно я сделал уже в арбузе дырочку, и в нее мы вставим петарду. Ну что ж, давайте приступим, и обязательно зацените повтор. Обязательно делитесь этим видео, показывайте друзьям, ставьте большие пальцы вверх, и чем больше лайков, тем больше будет красочных и прикольных видео. Ну а мы делаем повтор замедленно. Пока! Да, такие вот дела. Всем за сука. Ну, понятное дело, что в нашем старом добром стиле, блядь.